Среда, 22 ноября, утренний выпуск новостей. Вашему вниманию, в студии для вас работает Станислав Листопад. Здравствуйте. 9 раз боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих за минувшие сутки на Донбассе. Больше всего зафиксировано обстрелов на Луганском направлении. Так, из артиллерии калибра 152 мм и гранатометов террористы вели огонь по защитникам Луганского. По укреплениям неподалеку Новолуганского и Лозового били из минометов. По Крымскому открывали огонь из стрелкового оружия. А по опорным пунктам вблизи Новолуганского из БМП и крупнокалиберных пулеметов. На Донецком направлении террористы дважды нарушали перемирие. Поблизу Павлополя ворог выпустил дві міни калібру. Вблизи Павлополя бойовики выпустили две мины калибра 120 мм и обстреляли наших воинов из гранатометов. Впоследствии незаконное вооруженное формирование из пехотного вооружения совершили обстрел защитников Авдеевки. Несмотря на то, что на некоторых участках линии соприкосновения огонь был достаточно плотным, украинские военные три раза давали агрессору адекватный ответ. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал. Президент Украины провел экстренное заседание военного кабинета Совета нацбезопасности и обороны в связи с ситуацией в оккупированном Луганске. Петр Порошенко заслушал доклад силовиков о незаконном пересечении украинской границы колонны российских танков в Краснодонском районе Луганской области, а также учащение случаев провокации со стороны боевиков. Жители Луганска опубликовали видео, на котором видно, что в город зашла колонна из нескольких десятков единиц бронетехники. СМИ связывают это с конфликтом, возникшим между главарем луганских боевиков Игорем Плотницким и отстраненным так называемым министром МВД Игорем Корнетом. Владимир Путин несет персональную ответственность за проведение химатак в Сирии. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт. Она отметила, что с Россией все очень сложно. Но глава Кремля может повлиять на президента Сирии для предупреждения новых химических атак. Напомню, накануне американские и российские главы государств провели телефонные переговоры. Как заявили в Белом доме, президенты обсудили ситуацию на Донбассе, а также в Сирии, Иране и на Корейском полуострове. Россия должна вывести свои войска с территории Приднестровья, а информацию о требовании правительства снять с повестки дня ООН этот вопрос – лишь манипуляция медиа. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филипп. По его словам, рассмотрение этого вопроса было лишь отложено на неопределенное время. Он также призвал СМИ объективно информировать общество и не публиковать непроверенную информацию. Ранее в Кишиневе заявили, в ближайшем будущем будет представлен проект особого статуса Приднестровья в составе целостной Молдовы. Документ уже подготовлен, сейчас проходят консультации с гражданским обществом. 22 ноября 2004 года сотни тысяч украинцев вышли на главную площадь Киева. Таким образом, заявили о своем несогласии с фальсификацией результатов президентских выборов. Началась кампания мирных протестов, акции неповиновения, получившая название «Оранжевая революция». Продолжалась она более месяца. В итоге Верховный суд Украины признал результаты выборов недействительными, а парламент решил провести переголосование второго тура. Журналисты UATV встретились с активными участниками тех событий, они расскажут, как это было. Я приехал на первый курс учиться, это сентябрь месяц был, но уже даже в тот момент в воздухе, вот это было какое-то, это витало в воздухе, какое-то ощущение каких-то изменений. 21-го тур проходил, да, насколько я, если правильно сейчас помню, это воскресенье было. А уже в понедельник мы все собрались на пары, ну, как обычно, шли пары своим чередом. Вот, но вот я помню, что третья пара у нас так и не закончилась, это была физкультура. То, что здесь происходило на Майдане, и то, что люди выходили на Майдан, и здесь была сцена, палатки, это были стандартные некие атрибуты. Но университет все-таки не просто объявил каникулы, да, мы объявили страйк, и, значит, мы собираемся каким-то образом протестовать, отстаивать, скажем так, не результат выборов, мы боролись за то, чтобы был проведен правильный подсчет. Моя революция происходила в этом театре. Наш молодой театр сразу объявил, что открывает в своем помещении пункт ночлега. Актеры и сотрудники театра разбирали протестующих по квартирам.
Мы здесь делали бутерброды. Наталья Васько, Анна Васильева, Рима Зюбина и я нарезали их и носили вниз на Майдан. Самым трогательным для меня был момент, когда привезли шахтеров с Донбасса. Они вышли на работу, а их бросили в автобусы без вещей, только с тормозками, и повезли в Киев, чтобы провести здесь антимайдан. Мы взяли для них теплые вещи и отправились пообщаться с ними. Я говорила с мужчиной лет 50. Он был напуган, не понимал, зачем его привезли. Но общение нас очень сблизило. Они увидели, что большая часть участников протеста – молодые люди. И они способны красиво излагать свои мысли, убеждать, что на Майдане нет гопников или бандитов. И если бы они остались здесь еще на неделю, то, думаю, приняли бы это всем своим сердцем. Милиция применялась каким-то образом там не всегда законно. Но в целом мы понимали, что милиция занимает нейтральную позицию. И что милиция с народом, этот лозунг, он неспроста возник. И вот в тот момент, мне кажется, правоохранительные органы, вообще весь силовой блок заняли очень правильную нейтральную позицию. Пам'ятаю, коли вийшли міліціонери. Одно из ярчайших воспоминаний, когда милиционеры все вместе вышли с оранжевыми лентами. Это было хорошей иллюстрацией популярного тогда лозунга «Милиция с народом». Увидев это, я даже расплакалась. Это была революция, фестиваль, праздник. Оранжевое небо, понимаете, вот такое вот. Да. Это просто, это кошмар. И хочу вам сказать, что эти апельсинки непростые. Эти апельсинки наколотые. Когда Киево-Могилянская академия объявила страйк, я в то время работал на студенческом радио. Там у меня была программа, которая называлась «Украинский формат». Вот. И там была украинская музыка. Тогда впервые, может быть, мы услышали вот эту вот Гринжолов, да, «Разом нас багато». Мне просто кто-то прислал на e-mail этот трек, говорит, вот ребята записали такую песню интересную, типа в поддержку Евромайдана, «Оранжевого Майдана». Вот, давайте поставим на плацу, пусть остальные услышат. Мабуть, до решения Верховного суда. Кульминацией победы Майдана было, конечно же, решение Верховного суда о переголосовании на президентских выборах. Но мне больше всего запомнилась всенародная инаугурация на Майдане нового президента. Шарики, голуби – это был первый момент в новейшей истории Украины, когда люди были вместе с властью. Оранжевый Майдан сегодня многим кажется детсадом в сравнении с революцией достоинства. Но его вклад в перелом самосознания украинцев был огромен. 150 фотографий братьев Кличко, снятые на протяжении 25 лет. Журналист и фотограф Ефим Шаинский совместно с фан-клубом легендарных спортсменов организовывает в Киеве выставку «Эра Кличко». Как привлечь к себе внимание кумира среди сотни других журналистов, преследующих такую же цель, без особых приемов, не обойтись своими секретами, автор поделился с коллегами-журналистами. В 2005 году на балу спорта во Франкфурте главной звездой был Виталий Кличко, чемпион мира в тяжелом весе. С его появлением журналисты, не задумываясь, бросили писать интервью с президентом Германии и ринулись к боксеру. Ефима Шаинского отделяли от легендарного соотечественника несколько рядов журналистов. И тогда он решился задать Виталию такой вопрос, на который невозможно было не отреагировать. Я его спросил на балу, как прийти на Бессарабку. Виталий, конечно, вздрогнул. По-русски я его, конечно, спросил. Виталий, конечно, вздрогнул, потому что там была куча журналистов, и по-немецки все вопросы задавали. И он увидел меня, он вежливо отодвинул пару журналистов, несколько человек, и подошел ко мне и говорит, сейчас вот прямо налево, потом прямо, а потом все время направо. Будьте на Бессарабке, он мне сказал. Впервые Виталия Кличко Шаинский снимал в 1989 году, когда тот еще занимался кикбоксингом. Потом, работая в Германии, побывал более чем на 20 боях братьев-боксеров и светских раутах в их честь. Но первое фото занимает в его коллекции особое место.
Кончезаспе на Олимпийской базе мы с ним работали минут 40, пока не удалось сделать снимок, где что-то вот выражение лица и все было максимально приближено к бою какому-то. И потом действительно этот снимок был на обложке журнала «Старт». И уже потом много лет спустя в Германии мы с ним встречались, я ему говорю, вы помните? Вот, конечно, помню. Недавно музей братьев Кличко пополнился еще одним ценным экспонатом. Это первый контракт Владимира, подписанный в ноябре 1995 года с немецким боксерским клубом «Флессенбург». За бой он получал гонорар в размере 1000 марок. Победа нокаутом оценивалась в 500 марок. Ну и вот очень интересное примечание от руки, дописанное уже, что в случае победы нокаутом во всех боях чемпионата Бундеслиги Владимир Кличко получает бонус в размере 10 тысяч марок. Спортивная карьера братьев Кличко завершилась, но эра великих боксеров продолжает жить в нашей памяти. Фотовыставка освежит самые яркие моменты из жизни спортсменов, которые давно стали национальным достоянием Украины. Елена Дедух, Дмитрий Гришко, UATV. На этом пока что все. Следующий выпуск через 2 часа. Оставайтесь с нами и будьте в курсе происходящего. До встречи.